Всем привет! Сейчас мы находимся на центральном стадионе имени Льва Яшина. За моей спиной вы можете наблюдать финал Кубка России по регби. В данном финале встретились Казанская Стрела, которая принимает участие в финале впервые, и Красный Яр. Каждый год здесь проводятся финалы. Знаю, что газон не портится, футболисты довольны после того, как регбисты отыграют. Понятно, что здесь шипы другие и вес спортсменов. Но сам факт, что проходит на центральном стадионе, на одном из самых значимых у нас в Москве, это очень классно. Что сказать, Стрела сегодня впервые в финале. Колоссальные. От нас требовали высоких результатов. Мы показали их, мы очень сильно трудили всей командой, всем коллективом. Эмоции переполняют. Мы пока сейчас еще не до конца понимаем, о чем это. Приедем в Казань, думаю, нас крепко встретят, крепко обнимут и будут гордиться нами. А наш первый выход, финал первой победы. Сразу начали. Эмоции непередаваемые, конечно. Поздравляю весь Татарстан. Это большая победа для всей республики. How good it has been. Well, for us as a team, we've worked 3 years now for it. So it's a great experience for us to win it. To win the first final we play in. So it's our first final we're playing and we won it. So from here we can just learn from it, improve from it, and just enjoy this moment. Поздравляем Казанскую Стрелу с победой! Первый раз, первый финал!